Уважаемые весы, всем доброго времени суток. Вы на канале Око Таро, с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 20 по 26 марта. Включительно, что вас ждет в этом периоде. Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как мужчинам, так и женщинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. Что мы сегодня просматриваем? Общие характеристики всей этой недели. Все, что касается вашей личной жизни, дома, семьи, вашей работы, ваших финансов, возможных доходов, расходов, также долгов, кредитов, внешний мир в отношении вас, скрытые факторы, что в них позитив или негатив. Подведем итоги этого периода, посмотрим, какими для вас могут быть выходные дни. Также в раскладе будет участвовать карта основного совета или карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания. Та карта, которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт вашего расклада, и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании. Работаю я сегодня на колдовском Таро. Помогать нам будет оракул Ленорман, который я буду использовать для дополнения в конце основного расклада. Напоминаю, что те, кто знает свой асцендент, вы можете делать просмотр и по асценденту, и по своему основному знаку зодиака. И то, и другое верно. Колода готова, и я приступаю к выкладке. Уважаемые весы, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. В вашем раскладе выпало сразу три двойки. Это говорит о том, что все-таки есть определенное жизненное равновесие, но есть очень много вопросов, которые вас беспокоят. То есть есть какая-то двойственность в душе, есть некоторая неопределенность. Это может касаться абсолютно всего, что работы, что любовной сферы, что дружбы. И я вижу, что до этого момента вы больше занимали где-то пассивную позицию, как состояние выжидания чего-либо, но в данном периоде, в периоде данной недели, я вижу все-таки активные действия с вашей стороны. В ваш расклад выпало сразу два туза. Тузом расклад открывается, это туз жезлов, и эта карта может говорить о любых новых для вас интересных проектах, начинаниях, или просто о том, что вы очень активны, и вы не ждете того, чтобы кто-то что-то решал или делал за счет вас, а наоборот, в чем-то инициативу берете под свой контроль, свою жизнь, все свои начинания. Я вижу, что вы умеете взаимодействовать с другими людьми. Карта показывает огромные коммуникации, то, что вы умеете выстраивать отношения, и то, что люди вас слышат. И карта предполагает то, что вы кого-то в чем-то заинтересовываете, и люди вам в чем-то помогают, и нужные обстоятельства к вам притягиваются. И на завершение этого периода выпала карта туза мечей. То есть эта карта тоже может говорить о любых новых проектах, но это может быть совершенно два разных направления. Я вижу, что могут возникать некоторые сложности, но карты показывают боевой настрой и то, что вы готовы с этими сложностями, в общем-то, справиться. Карта туза жезлов показывает прекрасный запас энергии как у мужчин, так и женщин, позитив. И по этой карте все важные дела вы можете начинать решать прямо с понедельника. Уже понедельник предвещает быть удачным. На входящие события для вас выпала карта четверки кубков, в центр расклада выпала карта короля кубков. То есть последующие две карты говорят о каких-то приятных, радостных событиях, связанных с вашим домом, с вашей семьей, с вашими близкими. Возможно, вы с кем-то будете отдыхать. Может быть, это просто в кругу семьи какой-то приятный разговор или взаимоподдержка. Карта может показывать чью-то дружбу, чью-то любовь в отношении вас и то, что вы о ком-то также переживаете. Четверка кубков в вашем случае может говорить о том, что вам периодически как будто бы не хватает отдыха, и к вам определенно идет чья-то помощь, но вы не всегда спешите ее принимать. Либо сомневаетесь, либо боитесь в чем-то сделать ошибку, либо эта карта просто показывает такое состояние меланхолии, когда хочется не делать ничего, а хочется все-таки больше отдыха.
И эта карта может предполагать то, что вот такая небольшая перезагрузка для вас будет необходима. Но карта позитивная, она говорит о том, что у многих из вас есть надежные тылы в лице как раз родных и близких. А то, что вы что-то будете отмечать, праздновать или с кем-то видеться, это также 100%, потому что на внешний мир выпала карта шестерки кубков, то есть еще одна карта кубков. Если меня смотрят женщины, очень много в вашей жизни будет зависеть от мужского лица, потому что в центр расклада выпала мужская фигура. И по королю кубков это может быть любой родственник, это может быть супруг, возлюбленный, это может быть хороший друг. Для мужчин эта карта может показывать вас собственной персоной и то, что вы открыты любому общению во внешнем мире, и то, что в этом периоде вас волнуют не только дела, но и творческие какие-то процессы. По этой карте у вас есть желание быть востребованным во всех смыслах. Если говорить о женщинах, то человек, то мужчина готов вам чем-то помочь, мужчина действительно вас чем-то выслушает. В особенности это может быть как-то связано даже с вашими новыми проектами, возможными дорогами, переменами. Что-то может зависеть от мужского лица. Те, у кого есть основная работа, я вижу то, что вы сможете зарабатывать, и зарабатывать неплохо. В основной работе могут быть обновления. Я вижу, что есть какие-то старые проблемы, которые вас беспокоят, и в этом периоде они тоже могут давать о себе знать. Почему я так говорю? Потому что все-таки в малый крест вашей судьбы выпала карта колеса года, и рядышком я вижу карту башни. То есть это то, что вас немножечко тянет назад, какие-то старые хвосты. Но в этом периоде вы будете способны большую часть вот этих проблем все-таки решить. Хотя из-за чего-то нервничаете, может быть, немножечко порой тяжело контролировать свои эмоции. Но я вижу, что вы стараетесь, и как раз вот этот отдых, общение положительное вам нужно для того, чтобы вы были более спокойны. Также те, у кого есть основная работа, я вижу, что в основной работе в этом периоде вы действительно что-то можете расширять, обновлять. Будет очень много контактов, связей с другими людьми. Это взаимовыгодные сделки. Это может быть какие-то новые предложения в отношении вас или то, что вы внешнему миру что-то предлагаете по своим услугам, и это кому-то интересно. Тем не менее, в дом финансов для вас выпала карта Пажа Пентаклей. Карта материальная, но она говорит о том, что, конечно же, денег недостаточно, хочется больше, но вы в активности. То есть карта показывает ежедневный труд, то, что вы в чем-то стараетесь развиваться, вы не сидите на месте, и это материально будет оправдано. То есть где-то в чем-то вы работаете на перспективу. Давайте все-таки возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто при работе и те, кто без работы. Я уже сказала о том, что те, кто при работе, работа ваша от вас никуда не денется, но, возможно, вам сознательно захочется взять какой-то отгул, выходной день или захочется больше выходных, но при этом ваша работа никаким образом не пострадает. Тех, кто при работе, что вам нужно знать? Для вас выпала карта шестерки пентаклей. Карта говорит сама за себя. Снова материальная карта. Это взаимодействие с другими людьми, взаимовыгодное сотрудничество, хорошие предложения и то, что, возможно, вы готовы куда-либо свои деньги снова инвестировать для того, чтобы эти деньги работали на вас. И я вижу, что когда вы финансово стабильный, когда у вас все хорошо, вы даже готовы помочь кому-то из ближайшего окружения, и, возможно, кто-то из вас сознательно занимается меценатством или благотворительностью. Если кому-то из вас в этом периоде нужна помощь спонсоров, то эта карта это тоже предполагает. То есть на каких-то взаимовыгодных условиях удается договориться о сотрудничестве. По этой карте вы способны свои доходы улучшать. На сегодняшний день деньги есть. Это определенная стабильность, но это та стабильность, которую нужно постоянно поддерживать и постоянно нужно работать. Ну, а теперь возьмем карту для тех, кто в этот период вошел без работы. Что вам нужно знать? Первая карта для вас выпала четверка пентаклей. Снова-таки материальная карта. Это радует, потому что она говорит о том, что даже те, кто не работает, скорее всего, либо у вас есть какой-то небольшой дополнительный источник дохода, либо вам кто-то помогает, либо это ваши собственные подкопленные денежки,
которые являются вашей собственной подушкой безопасности, и это то, на что вы можете сейчас опираться. Но вы понимаете для себя, что если деньги эти тратить, надолго их не хватит, и о чем-то нужно думать. Поэтому многие из вас все-таки пытаются уровень своей жизни улучшить, и те, кто работу активно ищет, я вижу, что есть такие, об этом говорит уже первая карта Туза Жезлов, и об этом говорит карта Туза Мечей. Скорее всего, вам кто-то что-то будет по работе предлагать, или вы сами для себя что-то найдете, но вы не будете до конца уверены, ваша ли это, нужна ли вам конкретно эта работа, а достаточно ли хорошая оплата труда, а какие там будут условия, и многие другие вопросы, потому что по четверке кубка вы сомневаетесь. Поэтому по большому счету все зависит от вас. Даже если меня смотрят люди, которые на пенсии или по каким-то другим причинам вы дома, все равно я вижу, что вы способны себя обеспечивать, и без дела сидеть вы тоже не будете. То, что касается любых кредитных линий, те, у кого открыты кредиты, по пажу монет, я вижу, что вы будете денежку отдавать, но небольшими суммами. В конечном итоге отдадите, но немножечко растягивается ваш кредит во времени. Если кто-то из вас планирует оформить новую кредитную линию, я вижу, что для вас это возможно. И для женщин, и для мужчин, но если меня смотрят мужчины, вы будете советоваться все-таки с женщиной, или женщина в чем-то может быть поручителем. И наоборот, если женщина берет кредит, то мужчина может в чем-то поддержать или быть поручителем. Если говорить о любого рода инвестициях, я вижу, что можно куда-либо деньги инвестировать, но это должны быть небольшие суммы, и вы не должны рисковать вслепую для того, чтобы избежать потерь. То есть каждый свой шаг делайте последовательно, аккуратно, осторожно. Хотя я вижу, что многие из вас люди достаточно азартные, рискованные. Меня могут смотреть или игроки, или биржевики. Те люди, которые надеются на то, чтобы сорвать большой куш, на этой неделе, повторюсь, рисковать не стоит. Курочка клюет по зернышку. На внешний мир все-таки выпала карта башни, которая может говорить о любых событиях форс-мажора, которые вам сложно будет контролировать. Того, чтобы что-то угрожало вам или вашим близким из внешнего мира, я не наблюдаю, но я вижу то, что во внешнем мире есть разрушение, и это то, о чем вы не можете не думать. Я вижу, что есть весы, конкретные лица, в особенности супружеские пары, у которых стоят вопросы по имуществу или по жилью. Даже те, у кого есть свое жилье, возможно, оно нуждается в коррекции, может быть, нужно оформить или переоформить какие-то бумаги, может быть, действительно, это вопросы наследства, которые еще могут в будущем становиться перед вами. Может быть, это элементарный ремонт или то, что в доме нужно обновить какую-то технику. Это по раскладу прослеживается. Те, кто по каким-то причинам вынужденно покинул свое жилище, и вы находитесь в другом городе, в другой стране, может быть сложно найти что-то нормальное, но все-таки я вижу, что вам должно вести, и что-то может решаться и через близких людей, и через органы власти, через официальные лица. Давайте сразу перейдем к нашим семейным парам и посмотрим, что у вас для семейных пар. Выпала карта Старшего Аркана Башни и карта Колеса Года. Я вижу, что прошлый год для вас был крайне сложным, и многие проблемы из прошлого года также перетянулись автоматически в этот. Но в этом году у вас есть очень многое возможность все-таки исправить. Я вижу, что вы неспокойны, эмоционально нестабильны. Нервы могут возникать с поводом и без. Может быть, из вас кто-то сейчас действительно находится в состоянии разъездов, потому что рядышком карта Колеса Года, которая может говорить о движении в любом направлении. Может быть, кто-то только собирается сменить место жительства и куда-то поехать. И для вас это все болезненные вопросы. Потому что под ногами неопределенность, потому что под ногами сомнения. И все может упираться в финансы. То есть для того, чтобы нормально жить, нужны нормальные деньги. Если говорить о вашей второй половине, ваша вторая половина старается все-таки отношения сохранить, как-то вас поддержать.
но и у вас в душе, и у вашего партнера или партнерши множество знаков вопросов внутри. Но эти карты предполагают то, что вы способны сохранить имеющиеся отношения. Вас может объединить какой-то общий отдых, общие планы, связанные с будущим, и вы что-то здесь будете обсуждать немножечко позже. Давайте посмотрим, что ждет наших свободных весов. Для свободных весов выпала двойка жезлов, двойка мечей и двойка монет. Три двойки. Все три карты говорят о вашей собственной двойственности и неуверенности. Очень много вопросов, касающихся и финансов, и работы. Финансов, потому что денег недостаточно на сегодняшний день. Возможно, даже те, кто пытается удерживать свой бизнес, у вас есть свое дело, или вы пытаетесь начать новый проект. На все это нужны дополнительные деньги, а этих денег нет в наличии. Поэтому многие из вас могут задумываться либо о подработке, либо о помощи спонсоров. И здесь я вижу, что вам нужен чей-то совет. С кем-то вы еще по этому поводу будете общаться, но пока состояние выжидания, потому что есть очень много внутренних страхов. Сами для себя вы-то понимаете, что рано или поздно нужно будет принимать какие-то волевые решения для того, чтобы найти выход. И я вижу, что даже в периоде этой недели вам должно каким-то образом вести. Об этом говорит и карта Колеса Года, и Короля Кубков, и карта Пажа Монет. Что-то может решаться через мужчину или с помощью мужчины. Но, несмотря на все вот эти ваши внутренние противоречия, три двойки в комбинации дают безопасность для вас. То есть сейчас я не вижу того, чтобы вы особо чем-то рисковали или чтобы вам что-то угрожало. В ваших руках есть какие-то деньги, это небольшие деньги, но вы пытаетесь с ними варьировать так, чтобы этих денег хватало на все. Балансируйте теми суммами, которые есть. Очень много расходов. Но по картам я вижу, что все-таки вы сами себя пытаетесь вытаскивать из состояния вот этого самого уныния, неопределенности. И вот эта карта говорит о том, что чем больше вы будете общаться, тем лучше для вас. То есть вы должны коммуницировать, откуда-то к вам будет приходить нужная информация, которую вы сможете использовать себе во благо. То, что касается личной жизни, здесь пока ничего не понятно. Даже те, кто встречается, вы до конца не уверены, ваш ли это человек, нужен ли он вам. И вообще вы сомневаетесь в своих чувствах и в чувствах того человека. Те, кто не встречается до сих пор ни с кем, карты показывают выбор, но вы, скорее всего, до конца не готовы к каким-то отношениям, потому что вы сознательно по центральной карте закрываете себя от очередной порции боли, то есть в прошлом пережили что-то болезненное и боитесь повтора прошлых ситуаций. И я вижу, что в вашем ближайшем окружении есть люди, которые, возможно, в силу того, что желают вам счастья, может быть, будут пытаться вас с кем-то знакомить, и, может быть, в вашем ближайшем окружении есть человек, который может являться пока другом или подругой, не больше. Вы этого человека на большее не рассматриваете, но вы кому-то, конечно, можете нравиться, кто-то вами может интересоваться. Но пока ничего конкретного не наблюдаю, и просто карты предполагают то, что не стоит спешить, и выбор еще впереди. Ну а теперь перейдем в скрытые факторы. В скрытые факторы для вас выпала карта Пажа Кубков, карта Королевы Монет и карта Старшего Аркана Повешенного. Две первые карты замечательные, они хороши и для женщин, и для мужчин, но для женщин вот эти карты говорят о том, что, во-первых, у вас появляются возможности творческого роста, у вас будет больше времени, может быть, заняться какими-то хобби, увлечениями, заняться даже собой, привести в порядок текущие дела, заняться чем-то в доме. Но у вас почему-то постоянно ощущение того, что вы жертва ситуации или того, что вам постоянно чем-то приходится жертвовать. И, возможно, в случае многих из вас это сознательный выбор, когда вы чем-то жертвуете ради кого-то, ради чего-то, ради близких. Где-то порой жертвуете своим отдыхом для того, чтобы заработать, да, то есть, а карты говорят о том, что вам нужен отдых, что вам нужно думать о себе, что вам нужно любить себя.
При этом ваша работа от вас никуда не денется. Те, кто при работе, и вообще эти карты предполагают то, что даже те, кто не работает, у вас идет развитие у женщин. Возможно, кто-то имеет из вас отношение к эзотерике, к каким-то магическим практикам. Может быть, кто-то занимается медитативными практиками. И, кстати говоря, любые медитативные или эзотерические практики были бы для вас полезны, потому что внутри вот этих состояний вы можете найти ответы на многие свои вопросы. Если говорить о мужчинах-весах, то на вашу жизнь очень сильно может влиять женщина земной стихии. Это может быть телец-дева или козерог по гороскопу, но не обязательно. Возможно, это та женщина, с которой вы связаны работой или финансами. Те женщины, у которых есть детки, в особенности девочки, очень много переживаний, связанных с ребенком. Может быть, в ближайшее время есть некоторые сложности, но все это разрешится. То есть не стоит так сильно переживать. Если говорить о мужчинах, то о вас может думать сразу две женские особы. Женщина постарше и совсем женщина молодая. Ну и для вас вот эти карты предполагают нужное или приятное общение с этими дамами или с конкретной женщиной. На завершение этого периода для вас выпала карта Туза мечей. То есть если говорить о выходных днях, выходные дни у многих из вас будут активными, а не пассивными. Даже если вы дома, скорее всего, ваша голова постоянно думает о том, как вы будете действовать уже в периоде следующей недели, и вы спешите выработать определенную тактику или стратегию, согласно которой будете следовать. То есть у вас уже есть четкий план того, чего вы хотите или того, что вам нужно. Эта карта показывает то, что вы излишне напряжены, вы как натянутая струна, поэтому могут возникать любые конфликтные ситуации, но только потому, что вы на что-то болезненно реагируете, а не потому, что вас кто-то пытается обидеть. Несмотря на то, что по этой карте вы толком не отдыхаете, вы можете решить очень много других, более важных задач в выходные дни. Ну а теперь давайте посмотрим на карту основного совета или карту форс-мажора. На форс-мажор выпал третий туз, туз монет. Конечно же, это карта финансовой удачи и возможностей. То есть многим из вас действительно неожиданно должно повезти. Не случайно для вас выпала карта колеса года или карта колеса фортуны. То есть в чем-то вы будете собирать неплохой урожай. Или в чем-то потраченные ваши усилия будут потрачены не зря, а полностью оправданы. Это могут быть и какие-то очень хорошие встречные предложения для вас, которые стоит рассматривать. Поэтому не упустите в чем-то свой шанс. Того, что у вас не будет острой нужды в деньгах, эта карта тоже гарантирует, если где-то вы не упустите сами же свои собственные возможности. Потому что даже у наших свободных тут одни двойки, да, то есть пока нет тех денег, которые хотелось бы, но по этой карте у вас есть возможность иметь то, о чем вы думаете. Ну, а теперь давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта девятки кубков, и эта карта дает ответ «да». Карта счастья, карта урожая, карта чьей-то дружбы или любви, чьей-то поддержки в отношении вашего вопроса. А это говорит о том, что кто-то заинтересован в том же, в чем и вы. Скорее всего, в отношении вашего вопроса вы уже что-то пытались сделать, запускать, что-то менять, и неважно, чего вопрос касается, тут идет еще чья-то поддержка. То есть вы не сами, но итог будет очень даже для вас неплохим. Давайте возьмем еще три дополнительных карты из оракула Ленорман и спросим, что еще вам было бы интересно знать в периоде конкретно этой недели. Что еще вам нужно знать? Для вас выпала карта горы, восьмерка треф. Карта сердечка, это у нас валет червей, и карта семерки бубен, карта птиц. Ну, первые две карты уже сами собой говорят о том, что да, проблемы в любви или в личных отношениях существуют, и немалые. С одной стороны, да, сложно, может быть, устроить свою личную жизнь или с кем-то не находите общего языка. Может быть, вы с кем-то просто сейчас на расстоянии, потому что эти карты тоже об этом могут говорить. Но здесь идет оживленная переписка, оживленные разговоры, того, чтобы вы кого-то потеряли из виду.
или вы были неинтересны окружающим, этого не наблюдается. То есть вы свою личную жизнь еще можете менять. Не случайно выпала карта сердечка и птиц, то есть это могут быть и любые новые знакомства, и возобновление старых отношений, если для вас важен определенный человек. При этом будут решаться и какие-то коммерческие или деловые вопросы. В работе тоже могут быть некоторые сложности, но, скорее всего, здесь тоже чья-то помощь, хлопоты. И по семерке бубен к вам поступают небольшие деньги. Может быть, карты предполагают финансовые какие-то письма, отчеты или любые другие договоренности. Поэтому никакой безысходности в вашем раскладе я не наблюдаю. В целом расклад, в общем-то, позитивный. Так как ваш расклад все-таки выпало 3 туза, несмотря на то, что один был в скрытых факторах, все равно по факту это в целом 3 туза, они для вас уже предполагают успех, как для мужчин и для женщин. Это скромный успех, но вами будет абсолютно заслуженный. 2 туза, которых мы наблюдали изначально до тех пор, пока мы не открыли третий, говорят о том, что рядом с вами очень много людей, которые являются плутами, хитрецами, мудрецами, да, которые пытаются все время вас чем-то использовать, перехитрить. Поэтому вы должны быть немножечко себе на уме. Уважаемые весы, таким для вас был расклад на этот период. Пишите в обратных сообщениях, насколько эта информация для вас интересна, важна и полезна. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. И я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду в следующих недельных прогнозах. Всем удачи и до свидания.